Мир вам! Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Второе соборное послание святого апостола Петра. Глава первая. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Евангелие от Марка. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения,
Это начало болезней. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Ныпаче умымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишеся во славе всех Твоих и победише в нигда судить идти. Себо в беззаконии зачат есмь, и во гресех родимя, мати моя. Себо истину возлюбил еси безвестная и тайная, при мудрости Твоей явил ми еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, умыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему дася радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижде во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздажь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уст не мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертва правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица. Речет Господи, ви заступник мой иси, прибежище мое, Бог мой, уповаю на него. Яко то избавиться от сети ловчи, от словесе мятежно, плещма своим осенит тя и под крылей го надеешися. Оружием обыдет тя истина его, не убоишися от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма десную тебе к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва и змия. Яко на мя опова и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним есть в скорби. Изму его, и прославлю его долготой дней, исполню его. И явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Верь.